Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей в телеграм-канале «Проход розыгрыши реакции». Ребятки, подписывайтесь, участвуйте и выигрывайте. Так, Витяка, Витяка, я знаю, что ты меня смотришь. Знаю. Спасибо тебе за трек. Я послушаю с удовольствием. Я оценю твой клип. Ака, ака, а как поднять бабла? Поехали, друзья. Это все. Фрешвей — это свежий взгляд на скучное и опасное. Продолжает этот жанр, обожает этот стиль, уважает тех, кто помнит, как я дико постелил. Ребят, ну нравится, да? Вот скажи, как он классно вот исполняет рэп, да? Вот такой голос какой-то необычный, да? Он немножко какой-то с хрипотцой чуть-чуть, да? И какой-то он низковатый, да? Обожаю я на добра, да? Бабла я собираю, та-та-та-та-та-та-та-та, да? Классная манера исполнения, да, скажи? Угу. Вроде и говорит, интересно, да? Интересно. Вроде немножко поет, и голос такой, да? Чима каменных заборов среди серых дивидин. Где-то там среди промзоны, видя смог себя найти. Этот старый андеграунд, как отметка на груди. Будто ноша на плечах, с ней по жизни не идти. В своем роде самородок, остальные прототипы. Если разошлись дороги, значит нам не по пути. Этот стиль не превзойдет, этот стиль не повторим. То, что видим, говорим, да теперь это экстрим. Нам все время говорят, лучше так не говори. А иначе весь твой рэп можно сразу хоронить. Люблю плотно покурить, надеть черные очки. Так, ребятки, мы осуждаем запрещенные вещества и все, что с этим связано, ребятки. Ну, классно, да? Классный трек, скажи, да? Угу. Вообще, его, знаешь, что мне интересно и нравится? Нравится почему-то, мне не интересно, знаю. Он специально такой стиль сделал какой-то, да. Знаешь, который 10 лет назад был. Да, вот именно, да. Я ретро какое-то. Я хотела это и сказать. Угу. Он нашел такие дворы, такие простые, да. Там такой плакат, да, старинный такой, да? Там угу. Нарисована женщина и говорит, не болтай много. И вот как будто ретро что-то, да? И одежда так, да, он куртка, угу. Шапочка такая, да? И вот именно дворы такие простые, да? Ну, это, наверное, задумка клипа, наверное, да, трека? Давно это придумал, чтобы меня не прочли. Эти клоуны с деньгами кое-чего не учли. Стиль не дарят продаки, как от бумера ключи. Стих, где бы я ни обитал. Положу поверх бита. Твой стих. Драгоценный металл. Твой стих. Может, он в прошлое вернулся, чтобы клип не такой знаю, заснять? Да. Мой стиль, какой бит, я что хочу, то делаю. Вот об этом он поет, да? О своем бите, о своем стиле. Ему о нравится. Своем бите, о своем стиле. Да. Ну, бит, вот он говорит, мой стиль, мой бит. Ему mm-hmm. нравится mm-hmm. это. Ему нравится такая манера исполнения, этот трек вот, да? Он хочет вернуться в прошлое. Где бы я ни обитал, стих, положу поверх бита. Мой стих, драгоценный металл. Мой стих, я между нами портал. Стиль, это то, как мы живем. Мой бит, мой рэп, это мой стиль. Говорит, правильно, ему нравится этот стиль. Почему нет? А тебе да? Как его стиль? Нравится, мне тоже очень нравится, нормально. Да. Прям классно, очень нравится. Отвинил старый сэмпл, пластинку жует. Я не считаю, сколько времени прожег. Задается, будто тигр, значит, час будет прыжок. В нашем гетто было бедно, каждый третий был с ножом. Кто казался там мажором, это просто фотошоп. Собрались, как на физрук, мой кожаный капюшон. Мы забили им стрелу, мой никто бит. К нам не пришел. Мой стиль, папа, мой трек. Чтобы подчеркнуть свой стиль, когда вам стиль. Свои птички стильным диском замутил. Я любил ее, как телку, комплименты говорил. Возьму запах магнитолу, чтобы посильнее. Мой бит. Стиль, как будто смысл жизни. Те, кто безвкусный, будто мой бит, мой стиль. Их бесят те, кто вывозит на харизме. Я видел, как у них изо рта летели брызги. Стих, где бы я ни обитал. Стих, положу поверх бита. Мой стих. Мой стиль, мой бит, мой стих. Между нами портал. Стих, где бы я ни обитал. Мой бит, мой стих. Положу поверх бита. Драгоценный металл, твой стих, между нами портал. Бабла-то стильная, но скучная, лучше, чем опасная, но не стильная. Бабла опасная и стильная, это радость. Собрать их люди тоже легко, кстати. Мой бит, мой стиль. Портал, портал, между нами портал. Они все его верны. Все они верны. Ну, правильно. Классно, ребята. Молодец, хорошо поет. Мне понравилось. Мне понравился этот стиль, да?
Классный такой, да, ретро, да? И портал. Значит, он может туда зайти, в этот портал. Прошлый портал, портал в прошлое. Да, да, да. А может, в портале прошлое находится, мы же не знаем. И оттуда поет, да, клип там, да, же снял. Да. А раз потом он спел клип, клип прошел, да, он раз в свое время пришел, да. Неизвестно, mm-hmm. ребятки. Это же, знаете, каждый человек думает по-своему. В каком он портале? В ретро или в новом? Да? Угу. Мне очень понравилось. Побыли немного в ретро-портале. Да, мне понравилось. Понравилось его исполнение. Классно исполнял. Спокойно тогда. Но он молодец, он пришел, вот его все равно же как-то не особо активно он сейчас. И собрал 400 тысяч просмотров. Молодец, ну как классно. Да, за 10 дней. Все-таки угу. он свои позиции не сдает. Угу, хотя молодец. Много современных популярных сейчас рэперов, угу. он все равно на своем, да, да. на своем месте стоит, да, и никому место не уступает. Да, это его стезя, да. Его, да. его именно. Его место никто не занял. Да, никто, потому что у них свое. Ну и все, ребят, мне понравилось, очень с удовольствием послушала. Пока, друзья, мой бит, мой стиль, мой стих. Мне нравится.